В Зауралье стартовали выборы депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва. В Шадринске открыли двери 37 избирательных участков. Дополнительный участок организован на месте временного пребывания избирателей в санатории «Жемчужина Зауралья». Голосование пройдет в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одним из первых свой голос отдал глава Шадринска Антон Мокан. Я считаю, что выборы в Государственную Думу – это ключевое событие для страны. И для каждого жителя. И от того, какой выбор мы сегодня с вами сделаем, зависит будущее России, Курганской области и нашего родного города. Быть сторонним наблюдателем, конечно, легко, но от того, как мы с вами проголосуем, зависит будущее нашего народа, зависит от того, как будут развиваться наши дети. И я просто хочу сказать, что вот сегодня пришел на избирательный участок и исполнил свой гражданский долг. И всех жителей города Шадринска приглашаю тоже на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг. Участки работают ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Если по каким-то причинам вы не можете посетить свой участок, для таких случаев предусмотрено голосование на дому. Любой желающий может оставить заявку, позвонив в свою участковую избирательную комиссию или в территориальную избирательную комиссию города Шадринска. Участковые комиссии информировали избирателей путем расклеивания информационных плакатов со своим номером телефона. Но в случае, если затруднительно найти этот номер телефона, можно позвонить в территориальную избирательную комиссию 7-66-36. Голосование проходит с соблюдением противоэпидемиологических мер. В связи с этим для всех голосующих предусмотрены дезинфицирующие средства, индивидуальные одноразовые маски, перчатки, шариковые ручки, а также обязательное соблюдение безопасной дистанции в 1.5 метра. Всего в городе на 1 июля зарегистрировано 52 470 избирателей.